Добро пожаловать в Дюлок. Ух ты! Давай еще разок. Нет, 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 нет. Нет. Храбрые рыцари. Я тебе покажу, ебак одноглазый. Давай. Победителю турнира выпадет честь, нет, удовольствие освободить прекрасную принцессу Фиону из лап огнедышащего дракона. Если первый из вас почему-либо не справится, его место займет второй. И далее по очереди. Кто-то из вас сгинет, но эту жертву я готов принять. Аплодисменты. Мы начинаем турнир! Что? Фу, ну и чудище. Мои яйца передают тебе привет. Пососи мое яйцо. Действительно. Рыцари, новый план. Тот, кто одолеет тролля, тот и чемпион. А то его! Эй, мужики, подождите. Может, уладим все за кружечкой пива? Вот а ну-ка пивка для рывка. Отсоси! Пора набрать кому-то жопу. Нет, нет! Ну, кто твой папочка? Отсоси у пьяной обезьяны! Эй, Шрек, пас мне, пас мне! Жи, поросеночек! Подходи и получи! Сокращение поголовья – мой метод. Да! 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 Я Дюк, и круче меня нет. Просто праздник какой-то. Сэр, скомандовать пли? Нет. Есть мысль получше. Народ Дюлока! Вот наш победитель! Что? Поздравляю, тролль! Ты выиграл честь пасть во имя великой цели! Когда окажешься в аду, скажи, что ты от Дюка. Вернуть себе моих телочек в моем городе! Ебаные козлы инопланетные, я вас сам уебу! Точно. Что ж, предлагаю договор. Исполни мою волю, и я верну тебе болото. Кушай, детка, блинчик с гвоздями. Конечно, до последнего мухомора. Обосрись и сдохни! Считай, их уже нет. Жаль, детка, что у меня не три ствола.